Давай, вставляй. Что-то звуки какие-то странные. Ну, вообще не читает. Вообще не читает диск. Давай еще несколько раз попробуем. Сейчас давай другой диск поставим. Вот этот, который мы ставили. Сейчас начнет раскручивать его. Видишь, MP3 и дальше не читает. Но он хоть листает. Ну, звуки какие-то, видишь, издает. Звуки непонятно. Вообще стрёмные какие-то. Нифига он не читает. Угу. Хреново. Короче, косяк какой-то. Давай еще раз попробуем. Принимает, отдает нормально. Диск нормально. Видишь, он может, когда на столе ровно лежит, из-за этого нормально работает. А сейчас вот уклон дали ему. Не, ну таких звуков не должно быть. Вот сколько файлов было, такого уж не было. Ну да. Ты что-то в механизме. Не, нифига. Что он щелкает его, что это? Не листаю его. Давай еще как-то. Давай другой диск попробуем. Какой-нибудь диск, даже, допустим, другой серии, там, к примеру, Видексы вот эти вот твои. Звук где? А где звук? А ну-ка, настройки. Давай настройки зайдем, посмотрим. А что настроили? Этот встроенный усилитель там или что там попробую отключить. Ну, сейчас.